Картофель и капуста по 9 рублей за килограмм, морковь по 10. Фермеры со всей Ульяновской области прибыли в столицу региона, чтобы предложить свою продукцию по низким ценам. На полдня улицу Минаева превратили в пешеходную. На ней выстроились 323 автомобиля с разнообразной продукцией. Желающих приобрести натуральные местные продукты по выгодным ценам оказалось много. Люди приезжали со всех районов города. По подсчетам Министерства агропромышленного комплекса, ярмарку посетило 16 тысяч человек, а первые покупатели начали собираться к 6 утра. Тот у нас проект по развитию кооперации и малых форм хозяйственных, соответственно, на сегодняшний день показывает уже свои результаты. Те грантовые, скажем так, программы, которые были уже и в прошлом году, и в этом, в рамках поддержки малых форм хозяйственных и начинающих фермеров, и семейных животноводческих ферм, в том числе и агростартап, дает уже положительный результат. Мы видим, как активно принимают участие в этой сельскохозяйственной ярмарке крестьянско-фермерские хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Большим спросом у населения традиционно пользовались овощи, мясо, молочные продукты. Все цены регулировались профильным министерством, а качество продуктов проверяли сотрудники ветконтроля. Всего в этот день наторговали на 12,5 миллионов рублей. Пожилые люди и инвалиды могли воспользоваться услугами доставки и социального такси. Анна Тищенко, Юрий Тимонин, новости Улправда ТВ.